отправились в гастрольный тур по Волге. Вот, мы уже в пути где-то минут 40. Я в клипе. Давайте, давайте, бегите. Ой, уехала. Упади, упади, пожалуйста. Упади. Чё они? У нас перерыв. Мы в Тамбове. Нас встретили. Очень круто. Тут девочка упала в обморок какая-то. Мы не знаем. Но мы в шоке на самом деле. Да. Не ожидали. Пойдём, смотри. Заехали в Тамбов. Обзор кухни. Обзор. Все классное, все новое какое-то. Чистое, беленькое. Мне здесь нравится. Ужук. Опа. Погнали дальше. Это спальня. Пока Антон занимается квартирой, давайте быстренько смотрите, что сделаем. Толчок обычный. Вот такая ванна. Все тоже чистенькая, беленькая. И самая главная лакшери комнатка. Почему я здесь? Ребят, сушилка здесь. Да? Да. Это да, она вообще тема, я считаю. Это пушка-бомба. Все, мне нравится. Только заехали, уже я бежу на тренировку. Раз, два, четыре. И походу там еще толчок есть. Надо проверить. Или дверь в Нарнию как бы. А, не открывается, понятно. Есть! Боже, это то же самое, что на лете было. Господи, у меня триггер. Пока. Пистолетики, пистолетики. Сегодня у нас рум-тур, да? По нашему общежитию в городе Саратов. Итак, это наша комната. 314, кстати, удачное число. Да, не то, что у мальчика. 313 какая-то. Обязательно. Так, открываем. Ага, она уже открыта. Ого! Итак, заходим. Погнали. Наш рум-тур. Тут есть вешалки. О, смотри, сколько штук. Ого. Зачем? Неизвестно. Посмотрим, разберемся. Здесь у нас есть. Что мы имеем, можно так сказать? Стол и письмо писать маме. Кроватку, тюрбочку. Можно вот так тут сделать. Две кроватки. И знаешь, что можно всех совместить, кстати? Да. И будет очень-очень круто. Think about it. Дальше. А еще самое главное, у нас есть наконец-то шкаф. Просто.
Что ты за мотор? А тут оказывается тараканы, тараканы. Реально тараканы. Это Ринь. Моя комната, спасибо. О, давайте стравим. Вы взяли с собой стравилки для тараканов, для насекомых? Давайте в розетку ставим. Да. Все, пока. Всем пока. Мы в предвкушении были, когда приехали в Саратов. Но хотя по Саратову мы понимаем, что мы не уехали из Липецка. Мы гуляем в Саратове. Сейчас мы ищем пятерочку. Уже идем минут 20, а Вера спорит, что нам идти 5 минут. Это Вера. Это неправда. Вера. Закрой свой рот. Окерс. Хорошо тогда. Нихао. Иван тоже. Иван. Не хавай. Иван тоже. А это общага XXL. Номер вот 7. Она реально будет так выглядеть, потому что крик в усала должен слышать во всех окнах. И не дай бог, если кто-то меня не услышит. Поэтому команда XXL, если будет у нас одно место помещение жилья, кто с открытыми окнами? Зимой, летом, осенью, весной. Ну, кринж. Хорошо, тогда. Это кринж. Повтори. Это кринж. Да нормально, что тебе не нравится? Что не устраивает? Нет слов, правильно. Я жопа черная, моя. Окёрт. Ты просто... Вера didn't say. Вера... Нет, ты меня не так называешь. Вера Уголь. Обидно, я сказала нечаянно. Вера, Вера, помнишь, когда мы ехали, я сказала кое-что? Нет. Ё-моё. Я думала, видишь, ты хуже. Я тут по поводу города познала. Ну, давай. Ну капец. Я смогла это сделать. Ну сам прям. Нет. Я не ожидала. Вы идете? Нет, КП за углом. Я думала, тут написано ломка. Лакомка. Я как этот. Да, он самый. Пошли посмотрим, что там есть. Стоит облизанный камеру. Сидит на пиво. Голубь сидит. Когда там у нас 78. Погнали. 5, 6, 7. Смотрите, сначала вкусом половинку. Короче, на громкий мы кусаем. Просыпаемся, жизнь бодра.
да. Теперь что? Обзор на сушилку сейчас будет. Понял. Крыса, бегаешь по этим коридорам. Так, сушилка общаги. Фу, какой ужас. Я каждый день сюда хожу. Здорово. Здорово. Здрасте. Что, пройдем, посмотрим? Ну, лучше посмотрели. А тут-то где? Один на поколение сзади прям подошли. Я еще так опорочусь. Это никто из наших. На нас напали. А где? Загрустил. Сначала руку вытащим, можно? Интересно, там кровати прикручены? Жесткие ребята. Девочки, очки надеваем. Менеджер, где? Срочно менеджер. Там написано, да? Тут весна, ну, да. Да. Они...
Да. Комната маленькая. Никому она нужна, ее закрывать. О, класс. Вообще, вот мы провели на корабле, получается, вечер, ночь и вот утро. Тут очень вкусно кормят. Очень вкусно кормят, хотя я не ожидала. Это я тоже влог. Это влог, и мы, знаете, где сейчас находимся? Это просто видео выкладывается. Хотела на канал. Да, не скажи что-нибудь. А. Больно. Пусть луна нам светит ярко, обнимая мою марку. Такой я хотя бы не пешком, даже но через час быть там, где ходит. Вон, вон. Вот это делать вас нефу было. Вань, мусорка здесь. Ну, слышу в любом случае другие. Портфронт. Или что там, господи? Ротфронт. А, ротфронт. Ротфрот? Ротфрот. Класс. Песня где? Не убегай! Иди хотя бы вот так. Где песня? Где песня? Не, не будет, пойдемте. Пойдем. Качаем руки.
Алина, давай подожди, пожалуйста, на кухню сходим. Я бы сейчас открыла. Осень, все, а тут лето продолжается. Как я орала, когда меня выпрямляла. Саш, башку убери свою, не видно ничего. Мы идем. Куда-то идем. То же самое, что туда. Подвинули лав. Теперь тут у нас королевский чил. Смотрите, какие мы идем на тусу. Кать. Ждем, пожалуйста. Давайте тут сразу. О, это что? Одевайте так же. Здесь отдохнуться можно. Ничего страшного. Будет. Вы вахту тоже? Да. Все, пошлите. Она нормально держится вот так. Да. Тут? Так я тоже в дверь идем. А как мы идем? Мы не там идем. Имеется вопрос. Кама, одевай. Одевайся и пойдемте. Я наверх так. Я напоминаю, что мы больше не розовые и желтые. Напоминаю о том, что она у меня не держится. Напоминаю о том, что я уже задыхаюсь. Все, нет, обратно. У меня не слезает. Давайте как-то махаться побудем чуть-чуть. Не слезает. Заходим. Потише, потише, потише.
Эксперимент, который мы над вами устроили. Но знаете, помните всегда, что без экспериментов не бывает движения вперед. И что-то новое можно создать лишь тогда, когда ты пробуешь и пытаешься выйти за какие-то рамки.